Комитет Госдумы по аграрным вопросам рассмотрел новые правила льготного кредитования, согласно которым сельхозтоваропроизводители смогут брать кредиты по ставке не более 5% годовых. Как пояснил депутат Госдумы Дмитрий Юрков, банкам, которые недополучат доходы при кредитовании аграриев, размер госсубсидии составит 100% ключевой ставки Банка России. Уже на выходе в Думе законопроект, разрешающий регионам самостоятельно решать, устанавливать при лечебных учреждениях бэби-боксы, либо запретить их вовсе. Один из авторов проекта, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, отметила, принятие законопроекта станет важным дополнительным инструментом защиты прав новорожденных на жизнь и здоровье. Вопросы санавиации были в центре внимания депутатов Госдумы. Это актуальная тема. Например, Архангельская область получит на развитие из федерального бюджета более 80 миллионов рублей на приобретение нового вертолета Ми-8 для оказания экстренной медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных территорий. Вице-премьер Госдумы Ольга Епифанова считает, что регионы-соседи должны помогать друг другу в экстренных случаях, где необходима санавиация.